Добрый день, комиссионный магазин Победа. По запросу обзор на PlayStation 3 FAT. Сама система в хорошем состоянии, то есть есть, конечно, небольшие потертости, но это время, это все время. А так, в целом, работоспособность хорошая. Звуков посторонних приставка не издает, не шумит, не кричит. Одна у меня дома валяется, да. Ну, в комплекте. По разъему у нас HDMI. Кабель Ethernet, интернета, кейс, дополнительные разъемы. Но этот кейс. Два USB порта. В комплектацию у нас входят два геймпада DualShock. Один диск и второй диск. То есть две игры в комплекте. Плюс кабель HDMI. Сейчас система подключена к телевизору. Смотрим настройку, информация о системе, версия 4.89 на 74 гигабайта данная приставка. Работоспособность шустро, никаких зависаний нету, все быстро, плавно работает, как и должно. Все прекрасно работает, никаких зависаний нету. Да, зарядка, я нашел. Да. Зарядка, окей, сейчас пойду поищу. Все, да, система уже показывала. Смотри, он же? Да. Вот. Зарядка. Да. Сейчас проверим, как подключается к Wi-Fi, определяет ли сеть беспроводную. Выбираем беспроводное соединение, сканируем. Все, ну, вот. Сети Wi-Fi определяют. Все, приставка работает замечательно, никаких нареканий к ней нету. Шустро, быстро, как и должно быть. Все, по всем интересующим вопросам звоните на филиал. Все расскажем и покажем.